День рождения казахстанского исполнителя Димаша Худайбергена стало поводом для целой череды благотворительных акций от его фанатов. Зарубежные фан-клубы вводят в традицию отмечать именины любимого певца добрыми делами для нуждающихся казахстанцев. Одна из самых больших сил в мире – это милость. И я думаю, что этот мальчик обладает ею, потому что он делает людей солидарными. В нас рождается желание сделать что-то для других людей благодаря ему. Это именно то, что он порождает и вызывает в людях. Я бы хотела сказать, что Димаш нам открыл не просто страну. Мы для себя в Казахстане смогли открыть человеческую теплоту, такую, которой нет в сегодняшней Франции. Я была в вашей стране 2 года назад, и эта теплота со мной до сих пор. Это стало прекрасным открытием чрезвычайной доброты и гостеприимства казахстанцев. Персональные подарки в адрес кумира больше не в почете, говорят французские фанаты певца. Поклонницы собрали денег и передали их на приобретение книг и детской мебели для реабилитационного центра «Аяла» в Актобе. Ценители творчества Димаша говорят, обратной реакции на такие подарки от певца не ждут. Для них важнее сама возможность оказать помощь. В прошлом году фан-клуб из другой страны подарил этому же центру кислородный концентратор. В учреждении проходят реабилитацию около 200 детей из всего Западного Казахстана. Мы очень гордимся нашим Димашем. Мы благодарны ему за то, что он, кроме его музыкальных выдающихся способностей, также смог сподвинуть миллионы людей на всей планете делать такие благие деяния.